2013. Yay! Здравствуйте, с вами Флаттершеп, 13-я, и мы будем играть в Sonic Force. Прохождение игры Sonic Force. Как ни странно. Окей, следующий этап, который у нас идет, это пирамида Арсенала. Угу. А мы вроде не прошли? Не. Светящийся лес, следующий этап, мы пирамиду Арсенала в прошлый раз проходили. Окей. Поехали, следующий этап. Послушаем, что нам скажут. И... Пошли-поехали. Армия Эггман разбрасывает бомбы конфетти. Так не может больше продолжаться. Весь город вспыхнет, и не моими любимыми солитами. Да-да-да. Вспомни управление. Так, очень редко как-то игра в Сонике. Окей. О, о. Понятно все с вами. Рывок сразу. Ха! Что-то новый вид роботов. Отличное начало. Ха! Окей. Вообще круто. Все ломать, крушить. На. Опасно, наверное. Робот. Косой. У тебя был один шанс из миллиона не промазать. Но ты промазал. Так. Опасно, я думаю. Там можно умереть, а может и нельзя, я хоть не знаю. Аккуратно эти платформы. Так, прыгаем. Графика вообще от запала. Офигенная графика. Угу. О! Кольцевая херня. На-на-на-на-на-на. О! Крушить, ломать, все подряд, всех роботов на кусочки. Летим к скоростью света. Ноти, 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 ноти. Ноти вам всем. Ух. О-о. Вот так-то. Поехали. Летим нахрен крушить все. Мы обречены, нет больше сил сдерживаться. Вы сделали немало, отличная работа. Я обнаружил неизвестного врага. Они всех развяленных впереди. Отличное имя. Если позаботьтесь, чтобы ваши усилия не пропали даром. Опасно как. Ха-ха. Не установлена форма жизни на радаре. Огромный змей. Снейк, на тебе. Наверное, сейчас разбуди его. Похоже, без бабы не пройти. Охрененно. Ты еще не пожалеешь, что не подходящая закуска. Ха-ха. Извините. Змеёк, ну... Да зря ты со мной пообедать решил. Типа босса. А вон же враг приближается к тебе, Соник. Пора познакомиться с таинственным противником. Угу. Охрененный этап. Не простой на самом деле, но крутой. Вообще. Фантастиш. За 2 минуты ни разу не сдох ранг. Ранг А. Серебряная медаль. Угу. Мы себе пройдем этап 8. Завершена, открыты всякие одежки, да? Геймер. Вообще отлично. Кепка. Угу. 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 Что-то мне похоже сразу было на это Скорпиона. Геймер, блин, такая маска. А там не череп такой. Ладно. Таинственный джунгли против Infinity. Босс? Давай. Это не входило в мои ближайшие планы, но я всегда рад победить героя. Это держит чернь покорности. Показывает им, что нет никакой надежды. Так, Сильвер, ты не кроме тебя самого верь твоим рассказаниям. Казням. Ха! Матрик, что там упало? Изумрудик. Пока не видишь, не поверишь. Порубать его, Сивер, не дойду с этой стороны.
Ну-ну, посмотрим, кто тут восстал из мертвых. Маленький синенький спаситель. Вот за запах. А чё несёт страхом? Раз ты мне дал произвести впечатление. Это не страх. Просто я долго бежал сюда. Я никакого впечатления ты не производишь. Я ничего о тебе не знаю. Даже твоего имени. Можешь называть меня Infinity. В эти короткие мгновения, которые для тебя уже сочинены. Отлично, видишь, Infinity. Вот мы и познакомились. Это твой любимый цвет. Любишь ли ты долгие работы с прогулки на пляжу? Чем источник твоей силы? Можешь пропустить первые два вопроса, если хочешь. Источник моей силы тебя не касается. Прости, но тебе придется поделиться секрет своей силы со мной. Я настаиваю. Твоя настойчивость бесполезна. Вот эта сила. Соня, с тобой все в порядке? Охрененно. Жесткий, сильный противник у нас. Infinite. Босс, окей. Ты все делаешь, что ты мерзко крыса из канализации. Ты никогда раньше не видел лежей, иди покажу тебе свои иголки. На. Летающая хрень. Где кольца вообще? Повторить попытку, на эта херня убивает. Плюс у меня КС не было. Ладно, поехали. Сейчас мы тебе покажем, Инфинит, из чего ты сделан. Угу. Угу. На! Разок. Мы как-то по змее бегаем, по-моему. Ого-го-го. Опасно. О, вот это там змейка как идет, круто и красиво. Так. А, можно вот так поворачиваться еще. На тебе. Так, конец, нет змеи, окей. Следующая змея? Или та же самая? Инфинит. Я вижу тебя. На. Понравилось? Косой. Инфинит. Иди сюда. Половину жизни уже отняли. Иди сюда, Инфинит. О-о-о. Фантомы? Он каких-то фантомов вырубил. На. Получил. Ха. Да, наверное, ты боец подопытся своей остальной шушеры. Посмотрим, сколько ты продержишься. Ай, блин, опасно. Кольца, срочно. Спасибо. Чуть не сдох. Ты где? Иди сюда. Ах ты. Убежал, как быстренько. Ладно, сейчас ты мне получишь силу богатырскую. На. На. Своим приколом ты больше меня не обманешь. Последний удар. До свидания. Еще фантомы. Окей. Очень сложно. До свидания. Невозможно. Ты можешь даже больше, чем мне говорили. Я, отличие от робота, я расту. Я становлюсь сильнее с каждой секундой. Я научу тебя держать язык за зубами. В следующий раз. Не сомневайся. Ха, достижения же открыл бесконечные что-то там. Неплохо, Соник, мы справились с этим умником. Пару раз сдохли. Или сколько? Ну да, два раза где-то сдохли, по-моему, или один раз. Но, неплохо. Угу. Этап 9 пройден. Что мы открыли? Новую оружку. Снаряжение. Окей. Дальше. Вообще, фантастиш. Футер сейчас сегодня жжет, блин. Ха. Так.
И ладно, ты явно стал лучше драться с момента нашей последней встречи, но ты все равно проиграешь. Ух. Иллюзия, блин, какая-то. Жестко, Соник, да. Как я и говорил, то прохлопнуть тебе достаточно одного движения пальцем. Угу. Я должен выяснить секрет его силы. Да. В чем сила Инфинит? Это изумруда, мне кажется, какого-то, который там был. Этап зеленый, зеленые холмы. Опять зеленые холмы? Ну, это, думаю, в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось. С вами была Флаттершайка 2013. Все, спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, конечно же, пока. Yeah.